форум деловых женщин – традиционно яркое весеннее бизнес-событие, которое прошло в Ульяновске в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие больше 1000 деловых женщин из разных уголков страны. Все они приехали в Ленинский мемориал, чтобы поделиться опытом друг с другом и научиться чему-то новому. Я вижу большое количество соседних регионов, девушек-предпринимателей, которые специально приезжают сюда. Это значит, что регион становится именно донором лучших практик, дает мотивацию. На форуме организовали насыщенную деловую программу. Она состояла из 15 площадок. На них спикеры затронули разные сферы и направления бизнеса, полезные как уже действующим предпринимательницам, так и женщинам, которые только хотят открыть свое дело. На выставке мы стараемся привлечь как минимум 50% новых людей с новыми проектами. И если вы посмотрите, то увидите четкий такой тренд в сторону социальных проектов. В пленарном заседании принял участие глава региона. Сергей Морозов отметил, что в Ульяновской области семимильными шагами развивается женское предпринимательство. В регионе работают 13 тысяч бизнес-вумен, а это больше половины из числа зарегистрированных представителей частного бизнеса. Показатели превосходят не только общероссийские, но и мировые. Уже в четвертый раз наш регион становится местом притяжения и встречи самых активных, самых реактивных и самых творческих активных женщин. И это не случайно. Не скрою, мы гордимся, что в Ульяновской области большое количество предпринимателей лучшей половины человечества. Для подтверждения этого тезиса, я рано утром сегодня во время делового завтрака об этом говорил, хочу и большей аудитории еще раз сказать. Смотрите, более 50% субъектов малого и среднего бизнеса у нас в Ульяновской области женским лицом. В Ульяновском регионе действует комплексная программа женского предпринимательства. В первую очередь это образовательная часть. Проекты «Мама-предприниматель» и масштабный проект, охвативший каждый муниципалитет, Академия женского бизнеса. Также в области действует финансовая поддержка женского предпринимательства. Передовой опыт Ульяновской области оценили на высшем уровне. Заместитель председателя комитета по соцполитике Совета Федерации Елена Бибикова отметила личную инициативу губернатора в планах развития женского предпринимательства в России. Сегодня темы звучали самые разные, представители международных площадок выступали. Но мне сегодня очень приятно было слышать предложение губернатора Сергея Ивановича, который озвучил, что свое предложение для Совета Федерации, для Валентины Ивановны Матвиенко, которая вдохновила и создала Евразийский женский форум, сделать Ульяновск постоянной площадкой по развитию женского предпринимательства. В завершении дня в гостинице «Империал» подвели итоги 2 дней напряженной работы форума. Глава региона поздравил прекрасную половину человечества с успешными бизнес-проектами и наградил победителей конкурса. Видеопродакшеном занимаемся именно по рекламе достаточно недавно, это 1,5-2 года, но очень углубленно, так как я сама специалист по рекламе и, в принципе, зашла в колею в это очень так лайтово. Да, очень много знакомств. Очень, так скажем, люди, с которыми мы в будущем будем сотрудничать. Потому что есть смежные какие-то у нас виды деятельности. Очень интересно, очень благодарна, то, что я участвовала. Гостей вечера известными мировыми хитами развлекала ульяновская музыкальная группа. Наталья Чумаченко, Павел Половов, Даниил Сурков, Юрий Конихин. Новости Управды ТВ.